Ой! Что это случилось с твоим А что с ним могло случиться? Ах, вот зацензурил. Его нет. Ты не ошибся. Кастрировали. Или есть, или его нет совсем. Тут нельзя ошибиться. Хорошо. А что же тогда там есть? Ничего. Наверное, ничего. Ты его где-нибудь оставил. Наверное. Нет, наверное, его кто-нибудь... Ходил на блядки. Кто-нибудь его... Украл. Да. Привет, Пикачок. Ты что тут делаешь? Хочу позвонить. Я шел мимо. Давай помогу. А ну, отойди. Плохие новости, Пятачок. У ослика я пропал. Блин, так четко слышно, да? А у него как раз день рождения. День рождения, поэтому и грустно сидел. Ой, я помню, у меня пазл был. Вот такой. Да? Да. Это картинка. Да. Ой, это выходит у него. Подарить тебе новый. То есть даром. Извини, я только хотел узнать... Блин, у меня вот эти такие вайбы от тестовые. У меня, по-моему, первая учительница была, Ульяна Федоровна. У меня вайбы, говорит... потому что собирала эти пазлы. И она говорила, я помню, вот таким вот голосом, когда, знаешь, вот учились писать буквы мы, вот это были, знаешь, соединения между буквами. Mm-hmm. И она говорила такую букву «Сверху вниз, снизу вверх». У меня сразу вот... Я все время весь ассоциировался тестовой. Без воза, без дедо. То есть даром. Даром. А, даром. Понятно. Подарить тебе звезды. Новый пип. Но очень полезный подарок. Вот. Этот. Он только входил и выходил. Ой-ой-ой. Давай, присобачивай. Пух, поди сюда. Ты можешь повесить его на дверь. Кажется, это он. Ну-ка, примерь, пожалуйста. Это его? Да. Что такое, я не понимаю? Он? Он? Мой хуй. Да. В чем дело? Встал он. Настоящий собственный хуй. Ну, конечно. Ура! Хуй нашелся! Сама нашла хуй. Аж рот прикрыла. Это значит, я подарила? Хуй. Где нашла его? Нашла просто, принесла ему его хуй. Начинает смеяться. Ну, видишь, какая радость. Прикольно. Когда нашли их.